16 783, цена 995 рублей. Мне подбежали, сорвали с меня микрофон, говорят, чтобы ты не объявлял небесные цветы. Хотим себе забрать. Конечно, это Оля, реквизитор, я конечно, знал. Конечно, конечно, да. Хотят, потому что покрывало у нас осталось очень много. Не первый раз это покрывало, ой, очень мало, господи, очень что мало. Я говорю, конечно, мало. Не первый раз это покрывало появляется у нас в продаже. Это снова дозаказ. Практически не дозаказ. Спасибо, что подсказал мне это слово. Действительно, мы дозаказали, но очень маленькую партию. Напоминаю, что у нас единый центр распродаж, а это да, говорит о чем? О том, что мы, конечно же, экономим. Цены-то у нас маленькие. Но, друзья мои, количество-то у нас ограничено. Ограничено всегда, поэтому звоните прямо сейчас. Валыч, что ты там прикрыл? Я прикрыл выгоду. А ты выгода, друзья, выгоду. У нас очень серьезно. У нас выгода около 1500 внимания. Да, 1295 рублей выгода на это предложение. Такой низкой цены не было за это покрывало. Что это прикрыл? Я прикрыл микрофибру вообще свою. Да, Володя, очень хорошо, что ты, да, сказал о ткани, о материале, из которого сделано это покрывало. Это микрофибра, это тот материал, который дышит. Мы уже не раз пили оду микрофибре, и вы уже не раз заказывали. Ой, у нас еще раз, заказывали. Оксанчик. Рассказываю, микрофибра — это тот материал, который обладает хорошей гигроскопичностью, быстро сохнет. Мы постирали это покрывало через полтора часа, оно уже сухое. Через полтора часа вы уже можете его класть на диван, на кровать, на землю, использовать его на даче, как плед для себя. А Володенька у нас упал в детство. Да, представьте, да. Ну, обычная ситуация. Всякое бывает. Знаете, иногда жизнь такая динамичная. С работы, а мужик... Жизнь динамичная, впадает в детство. Мама, ой, катаю на грузовичке. Да, пожалуйста, Володенька, катай сколько угодно. Катай сколько угодно свою любимую машинку. Можешь здесь, я не знаю, принести всех своих домашних животных, посадить всех своих друзей, взять открывашку. Да, все спокойно. Я хочу сказать, что у нас здесь нет абсолютно ни одной ниточки. Мы видим, что у нас здесь строчка есть, а ниточек нет. Это у нас термострочка. То есть у нас наше покрывало не разлезется, не расползется. Ну и, конечно же, наполнитель, который у нас находится внутри. Вот наполнитель. Смотрим. Очень легкий наполнитель, который обладает эффектом памяти. Хватит. Да, не будем много использовать нашего наполнителя. Мы видим наш наполнитель. А ты знаешь, что это? Это силиконизированное волокно, аналог пуха, аналог натуральной шерсти. Это тот материал, который у нас дышит, тот материал, который у нас быстро сохнет. Он дышит мне в лицо, спокойно. Друзья мои, посмотрите, вот такое волокно внутри. У нас стежка, которая не бесшовная, поэтому с ней ничего не произойдет. И ваши детки смогут на грузовике кататься легко и просто, что не волноваться. Итак, внимание, 995 рублей цена, но это еще не все, у нас есть другая. Это еще не все, у нас есть другая. Другая сторона медали. Давай, обратно. Медаль. Переворачиваем наше покрывало, и что мы получаем? Вот такой вот удивительный узор, удивительный орнамент, этнический орнамент. Здесь у нас есть и огурцы у нас, посмотри, есть. Вообще очень такая интересная, очень красивая история. Володь, на самом деле, посмотри, казалось бы, два абсолютно разных настроения. Ну как красиво, как интересно это смотрится. Абсолютно два разных мировоззрения, я бы даже так сказала. Ты про нас сейчас или про покрывало? Ну и про нас тоже. А цена-то одна, Володя. Друзья мои, внимание, покрывало двустороннее по цене. Внимание, 995 рублей. Называется «Небесные цветы». «Небесные цветы» у нас вот здесь. Есть еще оборот. Выбирайте ваше покрывало. Но